Обратите внимание, не буду я собирать ваши тетради, проверять, кто как ведет записи. В этом кто должен быть заинтересован в первую очередь? Да вы сами. Первая обратная связь. Если не получается в этом режиме на все отвечать, ну, значит, вы просто не ориентируйтесь в своей тетради. Как это лечится? Двумя путями. Во-первых, в очередной раз я вам говорю, кроме того, что записывать все определения, которые я вам даю, попробуйте коротенькую запись самых главных, самых непонятных для вас вещей вести без всяких моих слов. Попробуйте для себя учиться конспектировать. При конспектировании вовсе не обязательно красивым почерком писать полные слова. Вы думаете, какие-нибудь значки для вас понятны. Конспект вы для себя составляете. Быстренько, быстренько, быстренько. Если у человека толковый конспект лекции, это половина дела. Потому что можно дома все это дело по конспекту повторить, еще раз разобраться. Разобраться с чем? Что ты понял как следует, что не как следует, а что совсем не понял. Отметить, о чем спросить надо на следующем занятии, все вперед. Только таким образом база набивается действительно надежно. Ну хорошо, посмотрим, что у вас вышло.